Ты кто такой? Мне чужаки в моей общаге не нужны. Да я вообще тут проездом. Слушай, а ты случайно не из соседней общаги? Там много розовых. Типа таких, как ты. Здорово, бабуль. Тут ты не видела чужака розового? Слушай, пока мы тут стоим, я вообще срать захотела. Сам разбирайся и ищи. Ну ладно, я тебе это припомню. Ой, нифига себе. Ну унитазы у них тут интересные, как и современные. Ну-ка, что там такое? О, вау. Круто, смывать можно. О май гад, говорящий унитаз, надо бежать отсюда. А то ж надо меня так опозорить, назвать говорящим унитазом. Говорящий унитаз, кто там? Это я студент. Какой студент? У меня их много. Так это ты, из-за которого мне дали кличку говорящий унитаз. А ну иди отсюда, пока я метлу не взяла, окей. Да ты, я же сказал тебе не появляться в моей общаге. Да я тут имя свое искал. Нашел, теперь чеши из моей общаги. Вот наглецы, уже второй раз за неделю. А что нам дальше делать? Скоро в нашей общаге вообще вода кончится. Дядя Писюн, здорово. Можете вылезете на берег и расскажете, как у вас тут. А это опять ты, розовый. Я же тебе сказал, что ты в моей общаге не появлялся. Ты что мою общагу засираешь? Я тебе сколько раз буду повторять, чтобы ты здесь не появлялся. Извините, товарищ Писюн. Хватит меня позорить при рыбах. Какой я тебе Писюн? Я позвоню вашему директору, чтоб вас отчислили. Вы опять засираете мою общагу, вы задолбали. Вы да вообще оборзели, среди бела дня тут пуляются. Берите это говно подальше от моего пруда. Вы опять мою общагу засираете, заберите свои блины. Опять помойку в моей общаге устроили, наверное, опять сверху кидаются. Отнесу говорящему унитазу. Не догонишь, не догонишь. Не догонишь, не догонишь, не догонишь. А ну остановись, говорящее говно, отдай мой цилиндр. Говорящий унитаз, это мое ведерко. Ведерко? Вы объясните мне, в чем дело. Да что за херня творится? Говорящее говно забрало мое ведерко. Ведерко?